Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юранка, и мы продолжаем играть Dying Light Hellwraith на сами DLC, и нам с вами необходимо было сорвать ритуал. Итак, мы с вами проходим еще раз в портал, чтобы сорвать нам ритуал. Вот, говорит, нечестивое, говорит, место. Ну, это как бы понятно, я вижу, что здесь все грязные, не промытые, не чистые. Ну-ка, ребятушки, как у нас всех втроем. Во! Нате, какать! Не ожидал, да? Все, об стол, аккуратно. Ты смотри, там об угол не поранься. Ой. Ну ладно, мы его в угол забили, правда он. Но он об угол двери просто упал. Я ему говорил, чтобы он аккуратнее был, не поранился. Видишь, в итоге был неаккуратен, случайно улетел в другой угол. О, ребята. Веселые наши. На тебе как. Видал, как ему, короче, мы по балде дали, у него балда отвалилась. А, нормально. Ну, ребята, вы даете. Такие я не могу просто. Вам хоть в цирке Шапито выступай. Плесневелый. Ай, больно. Кислотный. Походу, в канализации работал. Раньше, как давно. Все, больше уже не работает. Причем дважды мы его избавили, так сказать, от нужды. Ходить на работу. Так, вот это мы юзаем. Открываем вход. Так, сняли печать. Хотя непонятно, почему он сквозь печать не может пройти. Тут у нас тобой какая-то... Здесь ребята, короче, это, походу, тоже еще одна у нас какая-то. Ух ты, ребята, здорово. У нас ребята с потолка сыпятся. Бабах! Бабам! Все. Бэньк! Бам! Так, сейчас мы с тобой, погоди, запьем это все дело. Все. На отдых. Ну-ка, аккуратненько лови, братан. Смотри, как не ловят вообще, а. Ну-ка, лови давай. Мне только один нож остался. И последним давайте. Молодец. Мимо. Оп, все, поймал, молодец. Ну-ка, хорош. Это я понимаю, вы, ребята, тут вылавливать. Ну-ка, подожди-ка, ты мне такое отдай, дело. Давай такое не балуй, мы с тобой сейчас вот это вот разберем, так сказать. Вот это мы с тобой... Все. Хорош. Все пособирали, все понабирали. Все так. Оп, обыскали штаны чьи-то. Труханы. Все вытряхли. Посмотрели, что у нас с тобой там валяется. О, ржавая бритва у нас с тобой. 4 штуки, нормально. А мы с тобой какими-то, короче, бритвами... Походу эти кидаем. Лезвия. Для бритв такие сменные. Так. Подожди. Вот у нас тут библиотека. Еще одна какая-то. Имени Люция. Берегись, говорит. Берегусь. Кому беречься надо, это им. Они вон уже и так все старые. Все продрыстанные, костлявые. Оп, смотри как. Кручу-верчу, как говорится. Скелету по его лещам надавать хочу. Ты куда улетела-то, подруга? Подруга, вернись, я все прощу. А куда она улетела-то? Посмотри. Мы, походу, в космос случайно запустили, прикинь. А у нас с тобой будет новым космонавтом. Так, из Еретикаляндии. Прикинь, она реально куда-то улетела. Усвистела просто. Так, мы с тобой открываем дверь. Нам с тобой нужно было, я напоминаю, сорвать ритуал. Дун! Какой-то колокол у нас с тобой зазвенел. Это колокол что-то какой-то был. Какие-то текстуры все однообразные. Новые на подходе, осторожнее. Новые кто? По-моему, это на самом деле не новые, это уже давно забытые старые. И смотри, какие все прогнившие. Давай, побежали, побежали, побежали. О, хорош! Ребята, нет, не хорош. Я ошибся. Валите отсюда, с платформы с моей. Бам. Бах. Ну-ка. Дрынь.
Все, ребята, это моя библиотека. Все, я себе только одну лишь полочку и то занял. Оп, тихо, подождите. Оп, хорош. Все, зеленого скелетона. Чего ты там стучишь? Сейчас я тебе постучу. По твоей черепушке, головешке. Ну-ка. О, хорош, развалился. Ага, все понятно, кто у нас там с собой такой. Отважный, как дед бумажный. Ну-ка. Сейчас мы... Эти! Бэнк! О, хорош. О, брэнк! Подруга у нас с тобой, короче, тоже электриком отработалась. Работа электриком — это, ребята, опасная такая вещь, я вам скажу. Они-то этого, видимо, не предугадали. О, хорош. Подожди. Какой-то у нас собой рычаг. Да отвалить надо, рычаг мне повернуть. Не мешайся. А куда по столу ходишь? Это вообще-то люди едят за столом. Паньк. Ну-ка, давай. О, прям в спину ему, хорош. Своему другу запусти. Сейчас мы, подожди. Бах! Все, и тебя тоже. Все, все ваши головешки разобрали. Так, подожди, а где мои стрелы-то? О, здорово! Костлявый. Все. Отдыхаем. Ну, прям как раз он стул присел, правда, стул перевернутый, но ничего страшного. Бэнк! Во, полет на луну. Давай прям в спину ему, короче, кидайся. А тебе спасибо скажу. Полетел. Вообще он так клюто, прям четко летает. Мне так нравится, прям как тихо разбрасывает куда-то по разным сторонам. Опа, тихо, подождите, ребята. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дрынк. Так. Давай еще. Оп, собрали. Ну-ка, дрынк. О, сейчас мы с тобой. О, всех поразбрасывали. Теперь попробуй их по косточкам собери. Прикинь, если все кости воедино в кучу собрать. То что такое вообще будет за монстр? Здоровый, огромный. О, скелетон. О, хорош. Ну-ка, тихо, ты гнило. Гнило. Гнилье. Гнило это, гнилье. Мы ему кость сломали, он не может больше бегать. Давай, все, в шкаф залезай, прячься. В ящики туда там. Сложись как-нибудь по кусочкам. Зелье выносливости. Вот у этих, у обычного у них огненных, вот этих тоже как... Там что-то всегда валяются какие-то всякие непонятные зелья, еще что-нибудь. Давай рычаг повернем. Так. Мы с тобой что-то открыли. А что открыли, непонятно, правда. А, ой, я нашел секрет, мне говорят, какой-то. Интересно. И что, в чем прикол этого секрета? Так здесь нет ничего в этом секрете. Все ящики закрыты. А два остальных закрыты. Два открыли, два закрыты. Что за чушь? Лабуда какая-то. Зачем нужны такие секреты, от которых толку нету? Зачем нужен секрет, если от него же толку нет? Так, канистрочка. Открываем дверь. Идем дальше. Во, так, звон в колокол. Первый разрушить, теперь ворота открыты. Да неужели? Спасибо, Кэп. Ну-ка, братан проснулся. Все, отдыхаем. Можешь обратно присесть на свою лавочку. Давайте до туда толкаю, так сказать. Вон, в портал, ребята, можете идти, я разрешаю. Ну куда вы все мимо-то? Давай в портал его запустим. Все, во! Хорош. А куда мы? А куда я ушел? Я не посмотрел, что там сверху было, подожди. Подожди, а я же не посмотрел, что там сверху было. А, здесь закрыто, оказывается. Уж какой-то еще один. Очередной секрет. Мне не по душе эти звуки, говорят, поспеши. А что мы. А что было за дверь-то? А что было за портал тогда, я не пойму. Дрэнк. О, все, расходимся.
Что-то вы какие-то вообще, ребята, особенно агрессивные сегодня в этот пятничный вечер. Все люди как раз-таки отдыхать готовятся, а вы агрессируете. Давайте, все, полетели. Ты чё там крутишься, вертишься? Сейчас мы... Ну-ка, ой! Мы с тобой, знаешь, как можно делать атаку и отпрыгивать сразу. Смотри, как делается это. Мастерски, смотри. Опа. Ну, почти, я все, ну, просто поврезался. Вот так примерно это делается. На тебе, баба. Ты чё такая агрессивная? Ну-ка, тяну на тебе. По лбу. Бабах! Все, подруга у нас с тобой отдыхает. Повышение уровня Hello Raid. У нас с тобой, кстати говоря, и ловкость почти повысилась. Все, отъехал. Смотри, кстати говоря, у нас с тобой и сил-то тоже немало. Мы вкачали. Последний. Давай поищем вард-выход. Слушай, чем-то мне... Знаешь, что напоминает? Мне Warframe напоминает. Там постоянно тоже... Кто-то говорит такой. Говорит, Анат. Это баба говорит какая-то. Анатка. Какая-то канатка. Открой дверь. Вот здесь у нас с тобой все. Сейчас мы заберемся туда на все стены. То ли гуталином облил, то ли обдрестал, непонятно. Но мы с тобой нашли вход. Думаешь, что мы можем помешать неизбежному, говорит. Но я думаю, что смогу, почему бы и нет. Зачем давать? Так, у нас его кто-то там что-то какие-то песни поет. У нас его какой-то, короче, хор Пердецкого там заиграл. Ну-ка, сейчас мы с тобой это дело будем разбирать. Говорит, не надо бороться, вы представляете, ко мне он не сможет защищать, говорит, тебя вечно. Не, подруга, ты мне точно не нужна. Осторожно, засада. Да я уж понял, зеленые опять у нас тут побежали. Ну-ка, все, хороших тебя обстоечку-то мы накрыли. Ну-ка, опа, хорош. Вот это я понимаю, полетели. Ну-ка, опа. Что-то мы сами аж настолько сильно ударили, что сами отлетели от своего собственного удара. Это отдача, походу. Ну-ка, да отвалите. Гнилье. Все, мы с тобой новый взяли этот самый, понял? Левел. А новый левел, это, кстати, хочу сказать вам, ребята, что это возможности у нас очень-таки хорошие. Допустим, мы с тобой можем, когда будем перепрыгивать, сделать сбивающий скачок. А можно, допустим, ваш тело крепче будет на более высоком левеле восстанавливаться с тобой. Либо наголом можно сделать. Можно наголом, можно таран. При правильном счете времени удара на бегу, наносит больше урон первому врагу. Кроме того, увеличит дальность удара на бегу. Тоже неплохо. Левый, чтобы более быстро вырываться от кусак. Здесь, в принципе, у нас с тобой много чего интересного, на самом деле. Много чего интересного. Двое уменьшает урон от падений, увеличивает состав падения, который может пережить, при приземлении, чтобы уменьшить урон, на С нажимать. Может, допустим, реакция. Тоже, кстати говоря, очень хорошая тема, но я думаю, что это уже сейчас не актуально, потому что мы с тобой очень много и так всего прошли. Поэтому, наверное, можно взять... Отместка оглушает кусаку на 3 секунды, чтобы более быстрее можно было освободиться. Это полезно, потому что они любят обниматься. Просто мы с тобой не для этого DLC в кач делаем, понимаешь? А именно целиком, скажем так, для игры. Для еще там парочки всего лишь дополнений. Поэтому нужно смотреть, так сказать, наперед. Здесь-то они особо не кусаются. Ну, да ты че? Нате! Потому что особенно черепушкины, они у нас с тобой-то че... Черепушки, ну, у нас с тобой не кусаются. Ну-ка. Опа, мимо. О! Черепушкина. Ну-ка. О, всех поразбросали твоих друзей. Прости, братан. А, у меня еще и оружие сломано. Спасибо. О! Это четко, как мы с тобой прошли. Смотри, как мы всех разбубенили. Раскидали. Ну, а потому что они сами виноваты. Если мы с тобой сурт. Сурт из сургута забираем. Давайте, сейчас у нас будет тут, ребята, в этой игре тоталитарный режим устроим.
Потому что мы с вами тут самые такие старшие, самое главное, у нас с тобой сломался. С тобой можем просто... Это мы можем разобрать. Ну-ка. О, хорош. О, кости прямо у вас тут захрустели. Сейчас мы вам разомнем, так сказать, косточки. Вспомним былую молодость. Когда мне было 35. Так, ребята. Ну-ка, ты куда это? Хватит меня замахиваться. Давай мы тебе проверим твою шею. Все ли с ней в порядке? О, подруга! Привет! Все. Давай, на расслабоне. Оп! Хрусть. Ну-ка, давай-ка. Хруст французской кости. Все. Сейчас мы с тобой... Да подожди ты. Куда ты второй-то заливаешь? Хватит, что ты виноградного сока и так выпил одну... Одного у нас с тобой и так хватило. Все, за трещину тебе. Ты что, разоралась-то, дурная? У меня патроны кончились. Стрелы закончились, говорю, баба. Что ты никак не догонишь? Опа, ну-ка, мимо. Все. Опа, влобешник, опа, влобешник. Ну-ка, сейчас мы его аккуратненько подожди. Ать! Оп, попал. Хорош. Ай, больно. Что-то на меня, походу, нарычал. Полетели. Бах. Ну-ка, сейчас мы здесь подожди. Да дай ты. Вот, давай, сейчас мы у вас. Так сказать, трипл килл. Трипл хит будет у нас с тобой. Так. Подожди. Опа, черепушки его забубенили. Мы по черепушке попали. Опа, разобрали. Мы его оглушили в черепушку. Чего его добить-то не смог? Как можно было сделать так, что при помощи ножа отреснул череп? Это очень странно как-то. Ну ладно, ребят, на самом деле не заморачиваемся. Это просто всего лишь такая игра. Чему здесь удивляться? Так. Ты чё, ведьма? Замолчи. Не ори. Все, старуха. Отъехала, лысая. У тебя, говорит, получилось, друг мой. Это череп, все, что осталось нашего возлюбленного царя. О, черепушка какая-то. А что она висит? Она, значит, поклонцевала. Это ж который этот Ричард. Обдрустанное сердце. Она, кстати, единственное, что связывает с этим миром. Разбить, наверное, надо, да, эту черепушку, правильно понимаю? Принеси мне череп, я знаю, что делать, говорит. Ну ладно, окей. Забери череп, вернись к Люцию. По Люцию. Ага, у нас с тобой... А, у нас с тобой открылся портал. Интересно, что он там сейчас с ним будет делать, с этой черепушкой. Ну, куда-нибудь тебя в свою коллекцию других черепушек просто положит, и все. А что она, зачем она ему нужна-то? Погнали. Так, кости дробить, это хорошая тема. Ее лучше, так сказать, не оставлять. Меч разбойника. Разбойника. Славья разбойника. Все, погнали. Сейчас мы вернем черепушку. Ты молодец, говорит. Сторонник канат дезорганизована. Мы должны найти удар, пока она не может ответить. Так черепушку я сейчас лобешник забубеним просто таки закинем. Ну, что ж череп разлетит, вернее, она отверт в адскую бездну, где и само место. Давай, что делать-то надо? А, пройди через портал Люция, жертва у нас там называется. Ну это давайте, ребятушки, все черезем, потому что с вами все равно 19 минут. Так что пока что это все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч, курите, не переключайтесь. Будет много крутого имени и интересно. С вами был Чуранка. До новых встреч, не переключайтесь. И пока-пока.